Всем доброго дня. Еще полдвенадцатого, еще доброе утро. 5 января. Ходили уже в магазинчик. И сейчас варю кашку на водичке геркулесовую, овсяную. Вот такую кашку варю. Кашка у нас сварилась, но сейчас я ее еще крашу. Пусть постоит. В нашу пустую кашку добавим немного яблока, бананчик, изюм. Еще симки делаешь? Да. Мед. Добавим медок. Оп. И еще корицу. Много. И имбирь сухой. Вот такая у нас получается кашка. Кашка не пустая, а вкусная. Такая кашка получается. Всем приятного аппетита. Такой завтрак у нас.